Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Chery Tiggo 7 Pro в синем цвете 2020 года выпуска. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра, 147 лошадиных сил. ДКПП, передний привод, литые диски, хорошая резина, пробег 17 тысяч километров. Имеются хромированные вставки, повторители в зеркалах, рейлинги на крыше. По салону у нас ухоженный темный салон, кожа не прокуренный. Люк, камеры, помощь спуска с горы, спорт эко-режим и беспроводная зарядка, подогрев вентиляции передних сидений, климат-контроль, кондиционер, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, подогрев рулевого колеса, электрорегулировка передних сидений. Боже, я не знаю.